наша термопара. Вот ее тип 1К Тайп. Ага, видно. Ну вот, открываем. Здесь у нас получается керамика преобразователя. В термопарах никогда внутри термопара не ставят, потому что они находятся всегда в такой, ну, даже в горячей, в такой, ну, в режиме очень горячем, ну, как бы любой преобразователь просто выйдет из строя. Поэтому подключается термокомпенсационный кабель и идет шкаф управления уже на преобразователь. Сейчас мы пойдем на преобразователь, померяем напряжение, посчитаем. Ну и посмотрим, как устроен преобразователь. Все. Так, вот это у нас получается преобразователь подключенного термопары в миллиамперы выдает. Вот она приходит, наш провод от термопары. Сейчас мы на нем померяем милливольты. Вот выставили 200 милливольт, плюс у нас зеленый, на белом у нас, вот у нас получается 29,3 милливольта. По-моему, здесь тип К. Сейчас вот даже 29,3. Получается вот 723 градуса, а у нас по факту там 738, да, по-моему? 739, ну или 739, но там все равно немного скачет, ну, как бы близко наше измерение к показаниям. Теперь вот этот преобразователь, чтобы его настроить, ну или проверить его настройку. Вот соединим с земли, его снимем. Аккуратненько высунем. Вот, вот здесь есть две защелки. Вот, если их нажать, то мы можем вот высунуть плату. Вот на этой платке вот у нас есть дип-переключатели. И так же самое, эти дип-переключатели расписаны здесь, что у нас выбрано. Вот, получается у нас вот, вот этот переключатель SV1, этот переключатель SV2. Здесь у нас вот в SV1 тип-К наша термопара. Это идет у нас 1, 2, 3 должен включен быть. И 4, 5, 6 и 7 выставляется позиции, ну, нижнего положения измерения. Это у нас здесь выбирается 0 градусов. 0 градусов — это будет 4 миллиампера, которые будут выдаваться. Все, у нас получается включен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь они вот. Вверх поднята вот буковка ON. Включены все, кроме 8. Так, есть, да. Потом следующий. SV2. У нас включен 2 и 5. 2 и 5 подняты переключатели. 2 и 5 переключатели. 2 и 5. Это вот 1200 градусов. 2 и 5. Дальше у нас идет переключатель 7 включен, 8 выключен. Так. 8 это выключен, фильтр он включен. Седьмой включен. Это у нас получается 4-20 милливольта для, ну, измерения. Так же самое, если включили 6,
то было бы 0,10 вольт измерения, от 0 до 10 вольт. У нас выбрана семерка 4 до 20 миллиампер. Вот 1200 это у нас 20 миллиампер, и 0 градусов это у нас 4 миллиампера. Так же самое здесь есть две регулировки. Настройка нуля. Вот этот я честно не знаю, что за регулировка. Они находятся у нас здесь на передней панели. Вот они, два регулятора. Вот получается верхний ноль, нижний спан. Ну, светодиод горит, потому что преобразователь работает. Здесь на картинке у нас нарисован сам преобразователь. Здесь у нас подключенная термопара. И вывод 4,20 миллиампера и питание. У нас получается 7,8. 7 это вот 4,20 миллиампера. Вернее, 7,9. 9 это у нас общий провод. И 10,11 это питание. 24 вольта, 10, 20 плюс 24, 11 это у нас 0. Следующий преобразователь у нас просто производит разветвление наших 4,20 миллиампера. Один идет на вход ПЛК для визуализации и управления сервопривода на пит-контроллера, а второй идет в шкаф горелки, но он используется там только для индикации и срабатывания по высокой температуре.